Всем здравствуйте, и я всех приветствую на своем канале. Спросите, что это такое, я вам показываю. А это та роза, которую мы начали укоренять с вами. Эксперимент начали месяц назад. Прошел почти ровно месяц, без 2 дней. Три варианта посадки было. Кому интересно, по каналу пройдите чуть ниже и увидите, там два ролика было. Первый ролик, когда мы только начали укоренять. Второй ролик спустя 2 недели. Вот эта посадка была. Земля, внизу керамзит, сверху накрыта баночкой. 4 черенка здесь было. Здесь тоже было 4 черенка. Стеклянная банка. Тут получается внизу с большими дырочками горшок. Здесь стеклянная банка, соответственно, без дырочки. И тоже накрыта была стеклянной банкой сверху. Ну, получается, первый вариант загнулся через неделю, наверное. Гнить начало все. Я убрала вообще все это дело в сторону. Этот вариант еще через неделю. Была такая зеленая, прям пышная масса. Кому, говорю, интересно, посмотрите видео. Так активно все росло. Потом внезапно, буквально за 2 дня, все листики начали падать, падать, падать. И все. Все, видите, все почернело. Тоже получается, у меня получился негодный вариант совершенно. Я считала, кстати, что вот этот вариант будет самый действенный. Но нет, получилось, что вот это самый действенный вариант. Чуть дольше может быть, чем те два варианта. Если там все бы удалось, я думаю, там вперед бы начали развиваться корни. Но я не угадала. Здесь смотрите, через месяц чуть-чуть уже видно, там начинают расти корешки на всех трех. Вот на этом больше всего. Самый толстый вот этот стволик был, это, наверное, самый нижний черенок. Самый толстый, потому что. Но на них, на всех трех есть начало роста корней. Воду меняю примерно через день. Иногда каждый день. Бывает, забуду. Через день. Через два это максимум. Вода нужна свежая. Иначе, я думаю, погибнет. А так я вот показывала, смотрите, стволы ничего не гниет. Воды налито буквально чуть-чуть. Я один раз налила воды чуть-чуть побольше. Получилась вот эта нижняя почка. Вот. Там листочки тоже были. Листочки сразу отпали на второй же день. То есть надо воды, чтобы максимально, вот минимально было, только для самой кончики, чтобы стояли. Будут стволы в воде, все загниет. Вот такой результат через месяц. Не удобряла ничем. У меня вообще есть препарат такой. Как-то он HB 100, что ли, называется. Хотела его попробовать, но нет, не стала. Если что, буду его применять, как покажу вам. Но пока без всяких удобрений. Вот получается так. И причем вот в банках, в банке и в горшочке зелень была посветлее. Здесь она прям вот как настоящая на розе. То есть здесь тепличный вариант совсем прям был под банкой. И получалось, вот это у меня стоит, даже вот так на солнце ей ничего не делается. Вот эти, когда я проветривала, открою крышку, буквально через несколько минут начинала зелень, уже видно, что увидать. Я закрывала и убирала в тень. Эти же стоят вот так, как есть. То есть они уже более такие закаленные. Этот вариант, если бы даже корни пустил, мне кажется, при пересадке все равно бы все это погибло. Потому что очень тепличный вариант. Ну, вот такой вот ролик на сегодня. Заходите, смотрите ролики. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем очень рада. Надолго прощаться не будем. Жду всех с нетерпением.
До следующего ролика, до свидания.